Я приветствую всех победителей, прошу поаплодировать нам каждому за то, что мы здесь есть, за то, что мы работаем в этом, и у нас это получается. Вы классные. В Самаре наградили победителей регионального этапа интеллектуальной олимпиады IQ-PFO. В нем приняли участие более 450 знатоков из 17 вузов, 24 колледжей и техникумов. Студенты показали высокий уровень игры. Они смогли побороться за победу по шести направлениям: управленческие поединки, спортивное программирование, парламентские дебаты, что, где, когда, робототехника и конкурс инженерных команд. Победителей наградили дипломами и памятными подарками от Министерства молодежной политики Самарской области. Хочется отметить, что в этом году приняли участие не только вот самарские студенты, но и студенты из Новокубжинска, из Сызрани. И очень понравились три команды из Сызрани, которые вот они решали конкретные задачи и очень хорошо к этому делу подошли. Студенты Самарского университета стали победителями регионального этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов по новому направлению «Парламентские дебаты». Парламентские дебаты как раз-таки подразумевают различные вопросы, которые затрагивают морально-нравственные темы, темы различных спорных законопроектов, то есть как раз-таки затрагивает те темы, которые сейчас актуальны для нашего общества. Впереди нас ожидают все новые и новые участия, я верю, что и победы, поэтому отмечать мы, пожалуй, будем только когда время наше сочтется, а пока мы уделим время подготовке и упорному труду. Самарские студенты будут представлять регион на окружном этапе олимпиады. Подготовкой займутся опытные наставники, в том числе профессора университета. ПФО проводит свой проект, он более крупный, федеральный, называется IQ-PFO под патронажем полномочного представителя президента ПФО. Мы, как активный регион, обязаны держать планку и побеждать и в окружном этапе. Окружной этап пройдет в Саранске в конце апреля. Андрей Бессонов, Августина Охременко, Петр Паламеев. События.